соотношение плюс 16. Соседки куда-то уехали. У машину дели. Ну да, я машину дели. На море поехали в Одессу. Все готовы? Да, Боже, поможи, святый человек добрый. Со снегом, хотя по прогнозу снега не ходит морда, кровожадная морда, где бы мышку слопать, да птичку сцапать. Я понимаю, что больше всего возмущаются парковкой на газонах те, у кого нет машины. А те, у кого... Ну, нормальный человек. Купил ржавый 600-й Мерседес. И еще и с ребенком в салоне. Или это не ребенок? Он посередине, видишь? Ребенок пройден. Вот, Ром. Да ну и что? Вон, смотри, опаздывает. Опаздывает. Летает. Вечером о новостях. $12 миллиардов гривен объем жилищного строительства в Украине за этот год. За первое полугодие. За первое полугодие. 12 миллиардов. Ну, я поехал. Уже пора. 12 миллиардов. Подели это на квартиры. В уме. Допустим, квартира в среднем 50 квадратов. Так? По 10 тысяч гривен в среднем. Это пол ляма, да? На лям две квартиры, на миллиард 2000 квартир, то есть 25 тысяч квартир. Ну, если на всю Украину, то это как бы немного. Ну, это по 1000 квартир на один областной центр. А 1000 квартир, это, извини меня, 10 подъездов. В год 10 подъездов на каждый областной центр. О, видишь, кто-то, кого-то сейчас догонят и будут объяснять, как надо ездить. Увидела? Увидела, что они моргалки включили. Я так и не поняла, к кому они ближе. С-600. С-600. Анекдот. Напомни, я из видеорегистратора достану. А ты умеешь склеивать? Резать-то я умею, обрезать кусочки, а ты склеивать? Ну, светофоры просто вырезать хочешь. Нет. Нет, ладно, но придется научиться. Смешно, но грустно. Мы ехали на 90 километров от Польши, а приехали за 1000 километров от Луганска. Или сколько?
сколько? 1500. Ну, смотря как мерить. И они же оттуда не везут культуру, они оттуда везут просто деньги. Для них это просто работа, то есть не приобщение к культурам. Ничего не приводит. Ни культуру дорожного движения, ни культуру... Ладно. Жаль, что не удалось запечатлеть, за что именно его проверяли. Да запросто. Просто он намного раньше нас выехал, как он там красный себе нашел. Или...